Итак, всем привет, дорогие друзья. И тут у нас след за утечкой рендера Xiaomi Mi 6 в китайской социальной сети Weibo появилась новая фотография, которая подтверждает слухи о выходе флагмана с 6 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайт внутреннего накопителя. При этом за производительность отвечает процессор с тактовой частотой 2,7 ГГц. Не исключено, что перед нами версия смартфона с топовым чипсетом MediaTek Helio X30 или Qualcomm Snapdragon 835. Эта модель Xiaomi Mi 6 работает под управлением Android 7.0 с фирменной оболочкой Xiaomi. Согласно различным слухам и утечкам, Xiaomi Mi 6 будет работать на Snapdragon 835 или Helio X30. Однако одна из моделей и вовсе может получить процессор Snapdragon 821. Это связано прежде всего с дефицитом топового чипа Qualcomm в связи с одновременным выходом большого объема флагманов от Samsung под названием Samsung Galaxy S8. Xiaomi Mi 6 с накопителем на 256 ГБ будет стоить всего 420 баксов. Презентацию новинки стоит ожидать не раньше мая этого года.